Около 120 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в пасхальном фестивале «Солнечный круг», который прошел в Самаре. Это дети и подростки с ментальными нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, с ДЦП. Они занимаются в творческих коллективах и на концерте представили свои таланты публике. Анастасия Чернышова приготовила танец. Танцы. Танцы. Долго учила? Долго. Волнуешься перед тем, как выйти на сцену? Нет. Пасхальный фестиваль «Солнечный круг» проходит в Самаре в шестой раз. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают преодолеть предубеждения, которые до сих пор сохраняются в обществе. Я не стесняюсь своего ребенка, я хожу с ней везде. И вижу, в общем-то, взгляды. Я вижу нерастворенность этой ситуации еще в обществе. Что такое инклюзия? Инклюзия не только вот в творчестве, в таких мероприятиях, да? А инклюзия, когда ребенок едет в общественном, и взрослый человек в том числе, способен пойти, ехать в общественном транспорте, участвовать как бы, в культурных и каких-то других мероприятиях, просто ходить по улице, ну и чтобы, знаете, как-то не быть источником дополнительного такого интереса. Перед концертом ребята смогли принять участие в мастер-классах. Мы приглашаем педагогов с доп. Образования центра «Искра». И они приходят уже с заготовочками, делают для ребят поделки, и они уходят довольные и радостные. Еще у нас проводится акция «Дети детям», когда тоже дети своими руками делают подарки, открытки пасхальные. И мы дарим детям. Это из рук в руки передаем. Акция. Лауреаты фестиваля получили дипломы и подарки, а также вкусные презенты и пасхальные куличи. Виктория Шарая, Валерий Майоров. События.